Подарок пациентам и врачам. В Белоярском после ремонта открыли взрослую поликлинику. На реконструкцию здания потребовалось менее года. В учреждении заменили кровлю, инженерные сети, вентиляцию, покрытие пола и потолка. Сантехника, двери, мебель – все тоже новое. В решениях по планировке учитывался комфорт пациентов и спектр медицинских услуг. Так в поликлинике создали безбарьерную среду, перенесли кабинеты рентгена, флюорографии и маммографии на первый этаж, на втором этаже разместили отделение платных услуг. Обновили регистратуру. Добавлю, проект по реконструкции поликлиники Белоярской районной больницы внесен в карту развития округа. Развитие системы здравоохранения является одной из приоритетных задач команды «Югры». Меньше чем за год проделан огромный объем работы, заменены все коммуникации данного помещения, проведены некоторые архитектурные решения, которые, безусловно, улучшили навигацию пациентов на территории нашей поликлиники и таким образом способствуют более качественному и полноценному оказанию медицинской помощи.